Лучшие дворовые спортивные состязания, позабытые в эпоху компьютеров, возродились сегодня в Махачкале. Благотворительный фонд «Тут добро» провел общегородские забытые игры. В мероприятии приняли участие воспитанники детских домов и интернатов города. Поддержать особенных ребят пришли и обычные школьники. Подробнее Лариана Шамхалаева. Великаны-карлики, салочки-вышибалы. Увернувшись от летящего мяча, дети радостно смеются. Как же мало им нужно для счастья, говорят организаторы забытых игр. Мероприятие проводится в столице уже 24-й раз. Главная его цель – помочь адаптироваться ребятишкам с самыми разными диагнозами в социуме и завязать знакомство с другими детьми. Это мероприятие проводилось по отдельности практически во всех дворах нашего города и в каждом детском доме по отдельности. Сегодня мы решили это все объединить и сделать одни общегородские с той целью, чтобы объединить детей из детских домов с обычными городскими детьми, чтобы городские дети понимали, что эти дети тоже такие же, как и они, хотят играться, хотят дружить и так далее, чтобы у них был какой-то контакт. Такие соревнования, по словам специалистов, благоприятно сказываются на состоянии детей с ограниченными возможностями. Каждый ребенок получает награду за смелость и за участие. Воспитанники образовательных учреждений надеются, что подобные игры будут проводиться как можно чаще. Когда все сегодня здесь собрались, это мы отмечаем этот праздник. Но этот праздник посвященный нашему директору дома-интерната забота, у меня Абакара Никачава. То, что она это организует, это все правда. Ей за то спасибо. Толерантности и дружелюбию учат такие встречи, говорит Виктория Плетнева, ученица лицея номер 8. Девочка не в первый раз общается со сверстниками-инвалидами и уже завела много новых друзей. Я очень хочу контактировать с такими людьми, дружить с ними, потому что мне кажется, что они такие же люди, как и мы. Они очень интересные, они добрые. Я хочу, чтобы они почувствовали себя так же, как чувствуем себя мы. Чтобы они не чувствовали себя как-то ущербно. И я очень хочу, чтобы в Махачкале существовала дружба. В ближайшее время организаторы забытых игр планируют выйти на республиканский уровень, вовлекая в игры детей из других детских оздоровительных учреждений, городов и районов Дагестана. Лариана Шамхалаева, Нурмухамад Мухамадов, телеканал ННТ Махачкала.